Тенис для меня в первую очередь это мой любимый вид спорта. Это не просто увлечение в моей жизни, это, если можно так сказать, определенная моя цель, которую я стараюсь, естественно, достигнуть по мере своих возможностей, конечно. Я живу им. Теннис — это искусство. Я дышу теннисом, родился теннисом. Все, теннис — это для меня все. Это образ и стиль жизни, а также занятие, которое, на котором я остановила свой выбор, еще будучи ребенком. Теннис для меня – это все. Я с малых лет им занимаюсь, и мне приносит это большое удовольствие. Без тенниса я, можно сказать, не мог бы и жить. Так как каждый день, возвращаясь с тренировок, осознаешь, что сделал шаг вперед. Тенисul pentru mine este totul. El este un sport care îl iubesc și îl îndrăgesc în fiecare zi când vin la antrenamente. Я просыпаюсь, думаю о теннисе, засыпаю, думаю о теннисе. Я люблю это дело. Теннис – это смысл моей жизни, это цель моей жизни, это основа моего бытия. Если раньше это была задача индивидуального характера, то сегодня для меня важен успех и развитие отечественного тенниса в целом, а также процветание и благосостояние организации, руководителем которой я являюсь. Для многих детей теннисистов самым заветным желанием является достижение вершин мирового спорта. Благодаря господину Шору Федерация тенниса имеет с каждым днем все больше и больше возможностей помогать талантливым спортсменам, тем самым приближая их мечты к реальности. Илон Шор очень хороший человек, который помогает молдавскому теннису. Мы с ним хорошо ладим, он меня знает, я его знаю. Он нам, наш спонсор, он нам помогает. По большому счету, это наш помощник, помощник тенниса в Молдавии. Конечно, без него у нас бы не было такого прогресса. Благодаря его поддержке и финансированию много молодых теннисистов стали выезжать за границу на международные соревнования, повышать свое мастерство, побеждать, что в свою очередь повышает престиж страны. Cu ajutorul lui, noi mergem la fiecare campionate din Europa, de vară și de iarnă. Мы видим, к чему надо стремиться и чего мы стоим. Надеюсь, что в дальнейшем он будет нам помогать и помогать, чтобы молдавский теннис развивался и становился все лучше и лучше, чтобы мы росли. Надеюсь, что скоро мы его сможем порадовать своими результатами. Я как родитель считаю, что без таких людей, как Илон Шор, не было бы развития в молдавском теннисе. Илон Шор – это человек с большим сердцем и доброй душой. Ему не чужды проблемы, с которыми сталкивается не только спорт. Он оказывает помощь и занимается благотворительностью в различных сферах. Сегодня трудно представить деятельность Федерации тенниса без его постоянной поддержки. Мы очень благодарны за то, что он находится рядом с нашей организацией.